несколько рецептов от ангины. Достаньте из печи красный уголь и велите больному дуть на него, что есть силы. Пусть делает так около минуты, затем немного отдохнет и снова дует на уголь. Повторяйте это лечение 3 раза за день. Следующее. Для быстрого излечения горла нужно съесть лимон с кожурой. Следующее. Когда болезнь только начинается, обверните шею капустными листьями и обвяжите их теплым полотенцем. Меняйте эту перевязь и капустные листы через каждый час. Кроме этого, смочите тряпку в холодной воде с уксусом и оберните этой тряпкой ноги больного. Следующее. Давайте больному пить только теплую воду, в которую бросьте 2 серебряные монеты. Готовьте на этой воде все лечебные отвары и настои. Следующее. Велите больному понемногу жевать и сосать небольшой кусочек прополиса. Когда весь прополис будет рассосан, то дайте больному другой кусочек. Всего же в день таким образом должно быть использовано около золотника этого средства. 1 золотник приравнивается к 4,2 грамма. Всего вам самого хорошего, крепкого здоровья и прекрасного настроения!